Долгожданное событие для жителей микрорайона Зенина. На территории жилого комплекса «Люберцы» начала свою работу поликлиника на 600 посещений в смену. Медицинскую помощь там готовы оказать и взрослым, и детям. На торжественном открытии нового объекта побывала Луиза Егиазарян. Ключ от новой поликлиники официально передан медикам. С сегодняшнего дня люди в белых халатах приступают к своим обязанностям на новом рабочем месте. Поздравить врачей и жителей округа с этим событием приехала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Очень здорово открывать объекты здравоохранения в таком качестве уже, да? То есть мы с Андреем Юрьевичем утверждали стандарт, наверное, в 2021 году. Стандарт подразумевает не только красивые стены, брендбуки, цветовые гаммы и так далее, но, конечно же, это и удобное расположение кабинетов, чтобы наиболее массовые кабинеты находились на первых этажах. Комфорту пациентов действительно уделили особое внимание. Здание оборудовано лифтами и пандусами. Имеет два входа для разделения потоков людей. Тяжелое медоборудование размещено на первом этаже. Визуально красиво, аккуратно. Тут живу через дорогу, через две. И хочу здесь. Новый коллектив, думаю, все будет хорошо. Кабинеты поликлиники оснащены по последнему слову техники. Есть все необходимое для качественной диагностики и лечения пациентов. Это и ультразвуковые аппараты, это и эндоскопическая техника, это и тяжелое оборудование, рентген на два рабочих места, флюорограф, маммограф и дентальный аппарат. Конечно же, здоровья желаем абсолютно всем нашим жителям, но рано или поздно мы обращаемся к врачам. И, конечно, приятно, когда рядом с домом есть объект медицинский, куда можно прийти, обследоваться, получить помощь в случае какого-то недуга. Взрослые и детские блоки разделены отдельными входами. Штат сотрудников двух отделений поликлиники, терапевты, педиатры, профильные специалисты и медсестры практически укомплектован. Набор медицинских работников продолжается. Наша поликлиника рассчитана на 600 посещений, в том числе 150 посещений нашего детского населения. Мы оказываем здесь прививочную работу, сбор анализов крови, делаем обследование. Прием осуществляют педиатры, в том числе узкие специалисты. 10-12 педиатрических участков. На каждом участке должно быть от 800 детей. Поликлиника будет обслуживать более 45 тысяч пациентов. Обратиться за медицинской помощью сюда могут жители микрорайона Зенина, а также Красной Горки и деревень Машково, Матяково и Марусина. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.